24 марта. Обзор корзины Buenos Aires. Сегодня я купил на 1300 рублей следующие продукты. Значит, первое. 3 литра – это моющее средство. Отбеливатель. Йогурт. Еще один йогурт. Водичка. Водичка, шампунь, причем профессиональный, вот такой шампунь, сыр Филандия какая-то, для зубов жидкость, печенюшечки 4 штучки и 4 штучки йогуртов. Вот это вот все я купил сегодня за 1300 рублей ровно. Получается 6800 песо. Вот так вот бывает.